этот охотничий биатлон уже юбилейный клубу Нижегородского охотничьего в этом году 10 лет. И первый биатлон состоялся также в год рождения нашего клуба в 2011 году. Благодаря нашим спонсорам, еще раз повторю, у нас очень много призов. Я думаю, все останутся довольны. Сегодня уже рекорд установлен. Во-первых, самый холодный день из всех биатлонов, что мы проводим. И во-вторых, больше 100 человек участников. Такого еще никогда не было. Поэтому праздником с наступающим. Дай Бог вам здоровья. Ну и пусть победит сильнейший. Биатлон – дисциплина очень интересная, охотничий. Мы стреляем два рубежа стрелковых у нас. Идет дробовая стрельба – это по тарелочкам, как в стенде была полуугольная мишень, и, соответственно, пулевая стрельба. После бега не у каждого получается нормально стрелять, поэтому это действительно охотничий биатлон. Бежим мы на широких лыжах, которые не менее 15 сантиметров шириной. Лыжню прокладываем, соответственно, заранее. Ну, а запрещены все жесткие крепления на лыжах, то есть либо мягкая дужка, там и резинка, и более ничего. Количество участников у нас с каждым годом, что приятно радует, растет. В этом году пока рекордное число 119 участников было в этом году. Было бы, наверное, и больше. И, наверное, больше бы мы и переварили, но дело в том, что погодные условия были немножечко нелетные. Утром, пока солнышко еще не зашло, было минус 29 градусов. Но я очень рад, что приехали команды с Кирова, с Марийской республики, с Орехово-Зуево. С Нижегородской области было очень много команд, и в личном зачете ребята участвовали. В этом году юбилейный у нас был биатлон. Проводит Нижегородский охотничий клуб. Мы проводили его на разных площадках с поддержкой многих компаний. Но в этом году к нам присоединилась компания tut.ru. Это интернет-магазин, который реализует продукцию компании «Фортуна» и «Пульсар». Спасибо ребятам, что откликнулись. Ребята привезли нам цифровые приборы ночного видения, тепловизионные приборы, монокуляры. Вот один из них, «Пульсар-монокуляр», у меня в руках находится. Приборы отличные. Они работают, как и при лунном свете. Очень хорошо все видно. Если полная темнота, даже можно не включать фонарь. На расстоянии 50 метров все четко видно. Можно абсолютно спокойно стрелять. Если включаем фонарь, подсветку 940, насколько я знаю, стоит, которую не видят глаз животного, становится вообще все как днем, только черно-белое. На нашем стрельбище, в стрелковом комплексе «Антей», лежит тестовый прибор «Sunlight 455». Этот прибор может попробовать в действии любой из охотников, который приедет пострелять и у которого есть желание приобрести такой прибор, он может его сам потестировать.
сообщение участников. Третье командное место заняла команда Киров-1. И Пульсар. За второе место в командном зачете награждается команда. Команда Наир. Команда Наир, где вы? Давайте, ребята. Молодцы! Молодцы, парни! Итак, интрига. Первое место в командном зачете заняла команда Орехова-Зуева. Спасибо, парни! Молодцы! Молодцы!